сегодня с большим удовольствием принимаем на гостеприимной Арской земле наших уважаемых гостей, представителей Республики Крым. Действительно, удивительная работа ремесленников, вышивальщиц. И мы, конечно же, были приятно удивлены, но в то же время были в восторге от ваших работ изумительных. Представители Республики Крым, ремесленники, конечно же, показали удивительные мастер-классы. Особенно, конечно же, понравился мастер-класс с кофе. Я до этого, правда, ни разу не видела такого рода мастер-класс. Удивительные, открытые люди со своей историей, со своими работами. Будем рады видеть, конечно же, и в дальнейшем будем сотрудничать, я думаю. Сегодня с радостью вас встретили, наших гостей из Республики Крым. Именно мастеров Крыма мы видим впервые, очень рады вас здесь видеть в нашем республике. И вот только что нам показывают ваших мастеров, работу ваших мастеров. Нам очень интересно, нам очень понравилось. Полезную информацию получили от ваших выставочных вот материалов. Надеюсь, в дальнейшем, Аллах Берса, на следующий год планируем поехать к вам и там познакомиться с вашими работами поближе. Вот так как у нас вот нет глины здесь, в Татарстане, республике, нам вот очень понравилось, очень интересно. Вот инструменты музыкальные, которые делаются в Сестульке из глины. Глины, вот нам вот там самим тоже охота попробовать это направление. И мы были очень рады, тем более, что после такого промежутка времени, после пандемии, у нас давно не было гостей, так что мы очень рады сегодня встречать гостей из Крыма. Поскольку мы школа искусства, то все, что вы сегодня привезли для нас, нам было очень интересно. У вас действительно профессионалы своего дела, настоящие мастера, и нам было очень приятно познакомиться с вашим творчеством. Нам очень понравились мастер-классы художников, мастеров из Республики Крым. Спасибо за обмен опытом, спасибо за то, что вы приехали к нам. Ждем еще раз в гости. Также дарим вам, куратору, лично вазу премии. Такая тюбетеечка. Пусть украшение на уровне.